Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. С вашего позволения, вы наверняка отвечали на этот вопрос. Если можно подытожить итог этого матча, насколько справедливо оказалось этот ничья нулевая? Скажем так, если взять по результату, мы должны были выиграть. А если взять по игру, я думаю, что это было бы справедливо. Ничья – это справедливый исход, потому что нить игры была удача во втором тайме, а моментов в воротах больше должны были забивать. Я думаю, что и то, если это сравнить 50 на 50, я думаю, что справедливо. Если была бы, допустим, я скажу так, если мы забили бы на последние минуты, я бы, думаю, что это не было бы несправедливо. А так же я считаю, что ничья и для дачи хорошо, и для нас неплохо. Другими словами, все решится в втором матче, и ваш аргумент во втором матче какой-то, по сути? Я сказал до игры, что во втором матче решится судьба матча, потому что это кубковые игры, это тактика, это мысли тренера или футболисты должны под этой тактикой играть. Я думаю, что если мы так будем играть, плюс если мы прибавим, еще у нас есть 9 дней, я думаю, что если мы прибавим скорости и используем игры голевых ситуаций, я думаю, что обоих, я считаю, что 50 на 50, шанс 50 на 50. Оба может, если один из них, если выйдет, я думаю, что это будет достойная команда в втором раунде. Пожалуйста. Инцидент. Инцидент, эпизод, наверняка вы отвечали тоже коллегам. Скажите, вы подошли к одному штабу, президенту дачи, о чем вы говорили, что вы пожали руку в конце концов, что там произошло? Я думаю, что это футбольные люди. В футболе бывает эмоционально, потому что без эмоций футбол не играется. И я тоже иногда кого-то, что-то, чего-то. Мы должны понять, что это футболисты. Они, может быть, на игру не в себе. Я подошел, сказал, что вы не правы. В смысле, так не было. Он сказал, да, он извинился. Я думал, что он меня ударил. И он мне сказал даже, что если тебя футболист с мячом ударит, что ты будешь делать? Я скажу, что я своего футболиста сам заменю. Не будет. Если тебя кто-нибудь, даже противника кто-нибудь обижает, не футбольным действием. Я сам своего игрока, я сам буду заменять, чтобы он не играл. И подошел, сказал, да, я виноват, все, пожали руки друг друга. Я думаю, что это хороший жест, потому что когда человек остается в душе, его мучает этот вопрос. Мы думаем, что вопрос решили, никаких инцидентов нету. Я поблагодарил их, я думаю, что и Молдавия также встретит нас, как же мы их здесь встретим.